наверное, уже соскучились по хорошим песням. Всем привет! В эфире телешоу «5 с плюсом». Начнем с маленькой пиратки из Верхнего Уфалея. А там что, море есть? Да даже если и нет, возьмем и нарисуем. Верхнее Уфалейское море. Звучит? Звучит. Ну? Таня Золотова с песней «Маленькой пиратки». Следующим номером группа «Робинзон» с песней «Только вперед». Поняла, Альбина? Только вперед. Вот вышла из дома и только вперед. Мы сегодня будем воздух пожигать звуком гитары. Все дороги, что ведут назад. Только вперед.
Кто сказал, что русалка – сказочное существо? Ну ничего подобного. Вот в нашем хит-параде недавно выступала самая настоящая русалка. И имя у нее самое обычное – Катя Миронова. Какая же она русалка? У нее же хвоста нет. Какая-то, Альбина, дремучая. Любому ребенку известно. Когда русалка выходит на сушу, ее хвост превращается в ноги. Ну а чешуйки – в концертный костюм. Значит, самое время выучить новую игру. Домашнее задание выполнили, а игру приготовили? Хорошо, что у вас есть я. Игра называется «Эхо». Эхо? Смысл уловили. В общем, правила такие. Я задаю вопрос, а вы должны повторить его со своей интонацией. То же самое с ответом. Один отвечает, а все повторяют. Попробуем? Давай. Что вы сегодня ели на обед? Что вы сегодня ели на обед? Котлету по-киевски. Какая сегодня погода? Свежо. Молодцы, с игрой справились. Ну хватит уже. Еще слово, и я уйду. Пока. Еще слово, и я уйду.
Наша коллега Даша Ткачук представляет на хит-параде песню «Мир, в котором я живу». Ну, нам этот мир хорошо знаком. Школа, съемки, передачи, концерты, фестивали. Итак, за мир во всем мире. Прекрасный тост. Ну а на сегодня все. Не пропустите наши следующие выпуски. Там мы продолжим знакомство с юными артистами 5 с плюсом. Заходите на наш сайт www.5plus.ru и на наш собственный интернет-канал 5 с плюсом. Между прочим, единственный в России детский музыкальный интернет-канал. И помните, нас найти легко. Да и вы не теряйтесь. Пока-пока. Вот и все, Альбина. Вот и все на сегодня. Вот и все на сегодня. Вот и все на сегодня. Мы ждем.